Всем привет! Сегодня занимаюсь изготовлением ремешка для женских часов. Тоненький классический ремешок. Вот этот мне принесли, мы его срезали с золотых часов. Ну, вот такой был металл. Такой вот желтое золото, оранжевое. Обычный ремешок. В чем его, скажем так, акцент нужно сделать? Что вот они купили на интернет-магазине за 2500, по их словам, и презентовалась это как натуральная кожа. Буквально сразу он превратился вот в такие вот лохмотья, и при вскрытии тоже оказалось, что вообще это не кожа. Вот на этом верхнем слое есть тканевый слой, может быть, он проклеивается для чего-то, может быть, это верхний слой и мог бы быть кожей, но судя по тому, как какие трещины вот тут возникли, очень легко понять, что это совершенно не кожа. Кожа так себя не ведет. Я всегда рассказываю, что кожа, она выглядит, она как бы это живой материал, он по мере роста животного, он сплетается волокнами, и его практически невозможно вот так вот ни на растяжение, ни на повреждение, ни тем более слой как-то расслоить. Не получится у вас. Вот это натуральная кожа. Это я уже вырезала заготовочки. Тренчик. Взяли мы теленочка. Будем работать с теленком. И в качестве нижнего слоя я взяла лоскутики бежевые. Потому что здесь тоже внутри были бежевые, ну, такая подклеечка. Видите, вроде бы сделано так все неплохо. Даже здесь есть буковки тиснения. Когда человек первый раз берет в руки, ему кажется, что достаточно интересно сделанная вещь. Не знаю, увидите, нет, но вот здесь были даже буквы для теснения какое-то, что-то там типа написано. Вот. Но 2500 цена вопроса, да, и если бы вы купили натуральный ремень из натуральной кожи, ремешочек, он бы служил вам лет 5-6-7. Верой и правдой. Максимум, что с ним произошло, он бы вот так вот, ну, где эта штучка? Ну, тоже в месте, где вдевается, просто бы немножечко помялся, да? Но вот такого снятия слоя никогда бы не произошло. То есть здесь просто краска, возможно, какая-то была, и он просто вот так порепался. То есть, ну, что могу сказать? Не то, чтобы вы не ведитесь. Покупайте, что хотите, конечно, но разбираться в коже уже, наверное, нужно. У нас пара поколений выросло, наверное, поколение 3 молодых ребят, которые, в принципе, не разбираются в натуральной коже. Спасибо китайскому рынку, да, который наводнил товарами масс-маркета, и они, как правило, все очень некачественные. Ладно, я буду работать. У меня две заготовочки. Вот, вырезала из кожи теленка. То есть от меня требуется изготовить такой же классический тоненький женский ремешок. Вместе крепления 10 миллиметров. И мне нужно будет просто подготовить этот ремешок, то есть загнуть вот так, оставить здесь, загнуть, стончить вот этот край, склеить, но оставить вот эту дырочку, в которую часовщик вставит часики. Часики буду вставлять не я, потом показать не смогу, но мне нужно подготовить изделие таким образом, чтобы ребята отнесли к часовщику, и он без проблем вставил, ну, ремешок в часы. Все, такой проект, буду работать, покажу результат. Вот что у меня получилось. Так выглядит готовая работа. Так выглядит в застегнутом виде. Вот. Так, ну вот вам для сравнения то, что мне принесли. Короче, ладно, все. Такая работа была.